День добрый, друзья. Вот что может произойти, если просто стоишь на обочине. Хорошо, что доблестная полиция ехала неподалеку и нарушителя, скрывшегося за поворотом, быстро увез домой. Также благодарю полицию в помощи с ремонтом авто. Так что, друзья, будьте осторожны, не спешите. И не давайте детям ездить на европлях. Удачи, друзья!